По меньшей мере 17 человек погибли в результате теракта в Нигерии. Заминированный автомобиль взлетел на воздух на оживленном рынке города Майдугури в штате Борно. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял, но в полиции считают, что за этим может стоять радикальная группировка Боко Харам. Ее члены добиваются создания на севере Нигерии государства, основанного на нормах шариата. Напомню, в прошлом году правительственная армия разгромила оплоты террористов в Майдугури и на севере страны. Однако разрозненные группы продолжают совершать теракты и нападения.